Приветствую наших зрителей! С вами Хан ТВ и я, Саша Суралмаша. Жириновский заявил, назло русским ставят памятники Нжде в Карабахе. Если есть доказательства, что Горегин Нжде был фашистским палачом и непосредственно сотрудничал с нацистской Германией, то, конечно, памятник ему ставить не следует, заявил АПА, лидер либерально-демократической фракции Государственной Думы РФ Владимир Жириновский, комментируя возведение памятника фашисту Горегину Нжде в контролируемой российскими миротворцами части азербайджанского города Ходжавент и в Ереване. По словам Жириновского, возведение памятников фашистов делается на зло России. К сожалению, памятники ставятся. На зло русским, Москве воздвигаются памятники фашистам, подобным Нжде. Недопустимо ставить памятники тем, кто сотрудничал с фашистами, палачами и террористами. Если Нжде – это армянский Власов, то мы против этого. Кто бы ни сотрудничал с фашистами, к нему должно быть только негативное отношение, сказал Жириновский. На этом все. Подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчики, чтобы быть в курсе главных новостей. Всего доброго!